Масленицу отметили в Мурманском центре социальной помощи семье и детям. Праздник весны воспитанники, педагоги центра и приглашенные гости встречали шумно, играли в подвижные игры и, конечно, дегустировали блины. Подробности в следующем сюжете. В центре проживает 45 детей, большинство остаются здесь не больше, чем на год. Ребятам находят родителей или же опекунов среди родственников. Но даже в стенах учреждения они не чувствуют себя покинутыми. Вместе с преподавателями отмечают праздники, например, ежегодно справляют масленицу. Всякие конкурсы, когда едим блины, когда сжигаем масленицу. Все это интересно. И всем, и маленьким, и большим, и вот взрослым, то есть всем все интересно. К подвижным играм во дворе учреждения подключаются все. Те, кто постарше, помогает совсем маленьким, а вот сотрудники Мурманского ОМОНа здесь не ради охраны правопорядка. Специалисты мобильного отряда, гости, которые помогают детям и центру. Мы стараемся организовывать спортивные мероприятия, и чаще всего это каждые выходные. Выход на питьевое озеро – это лыжи. Вот. Ну и также приуроченные мероприятия ко всем знаменательным календарным событиям 8 марта, 23 февраля. Стараемся праздники организовывать совместно с нашими друзьями. У нас в рамках межведомственного взаимодействия и сотрудники ОМОН ОМВД Мурманской области, и образовательные учреждения. Все очень активно принимают участие.